Димуля, ну расскажи, как это было? Ну, я проснулся в 8:30, меня разбудил сам Шишкин, который оделся в форму американского солдата и начал играть в батарею. Пойдем, и я тоже быстро одеваем все. Поехал. Нету никого нет уже в этой жизни. Один, гоу, мув. Ты слушай меня, ты никто в этой жизни, понимаешь? Пошел в машину! Напряжение, сидеть! Молчать! Тебе будет страшно, понимаешь? Он просто не подозревает! Не спать, я сказал! Ты должен быть сильным духом, возьми себя в руки! Ты понял меня? Вот всегда в курсе событий того мира, где ты живешь! Что мы смотрим? Быстро отвечай, что такое Лука-Низаря? Заправка! Молодец! Какая заправка? Быстро! Посмотри на эту рожу, посмотри! Ты видишь? Глаза пустые глаза у него! Слушай меня, ты ничто! Ты червяк последний! Сидеть! И думать, какое я дерьмо! А ты будешь ехать? Это реально? Ответ да! Сидеть! Ох ты! Готовься к испытанию твоей жизни! Понял меня? Ты понял? Нет! Ты понял? Слушай меня! Ты ничто! Нет! По-настоящему, понимаешь? По-настоящему! Папы нет рядом, считай! Папа сегодня твой как водитель! И я твой отец! Я твой бог! Понимаешь? А ну-ка, давай-ка, ключ на 37, открывай рот! Сейчас ты проглотишь у меня знания, проглотишь! Меня самого пугает вот эта вот тишина. Тишина, которая, знаете, зависает, как вата. И ты понимаешь, что что-то происходит, но происходит без тебя. Давайте порвем эту тишину. Тишина пугает! И ты должен не бояться ее! Я не спал, я злой, я очень злой, я ходил в твой дом, охранял твой покой. Ты любишь жизнь? Как ты любишь экстрим, ты любишь? Люблю. Скажи мне, ты любишь небо? Небо. У тебя есть шанс, сегодня ты спрыгнешь с парашюта, ты да? Понял? Да. Ты едешь, прыгать с парашюта, да, 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 офигеть! 15 августа 2009 года, Димка прыгает с парашюта. А можно я маме только до этого позвоню? Нет. Папа, она сейчас посрется. Ну да, да. Алло, мама, привет. Я тебя люблю. Короче, я сегодня буду прыгать с парашюта. Да. Алло. Ты видишь, как все серьезно. Что? Все очень серьезно. Там... Все очень серьезно. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Я заныкался в самую кабину пилота, чтобы меня... Вдруг меня выдают. Там все стояли с парашютами, а я был без парашюта. Открылась дверь. Сначала выпрыгнуло 3 человека. Я думаю, что мы с такой высоты будем прыгать. Меня это не очень порадовало. Но когда мы поднялись на 3000 метров, и все начали кричать: «Пошли, пошли, пошли!» Все начали выпрыгивать. И вот я уже стою, смотрю в эту пропасть, привязанный к этому инструктору. Я очень испугался, у меня так начало сердце. Чук-чук-чук. Мы летели 40 секунд в свободном полете. Это было так здорово. Давай, вставай, вставай. Все. Ты прошел настоящую школу. Экстрим полный! Потом нам всем налили шампанского. Мы весело отпраздновали мой день рождения. Прыжок с парашютом. Завершил сегодня прыжочек с 3 километров. Привет, да? Молодец. Правда, разговорчивый. Безобразие. Ну, молодец. Сделал все хорошо. Мы вручаем ему сертификат, который был...